Итак, друзья, добрый день, с вами интернет-магазин Pneumat24.ru. Сейчас рассмотрим модель под названием Gamma P25 Blueback Tactical. Мы сейчас вот буквально только что я снимал обзор вот на эту модель, это PT85 Tactical. Сейчас просто параллельно с этим пистолетом сравним, чем же они отличаются. Первое, что бросается, на самом деле, это коллиматор. Здесь коллиматорный прицел в комплекте идет короче. Вот у 85-й модели, вот у 25-й модели. Коллиматор короче. Так, собственно, что идет в комплекте? В комплекте запасной магазин. Магазин у этой модели очень интересный и довольно-таки уникальный. Я сейчас не буду доставать из коробки, я покажу вам, что он себе представляет. Здесь два барабана. Два барабана по 8 пуль в каждый влезает. То есть мы его зарядили, вставили в пистолет, отстреляли, потом достали, просто-напросто перевернули и опять можно стрелять. Но это просто офигенно. Я такого раньше не встречал. Так, давайте ставим ее обратно. Скорость выстрела я замерял на модели ПТ-85, у них заявлено на коробке 170 метров в секунду, но мой хронометр показал 160-155, там 150, ну возможно просто модель новая, сейчас уже не будем стрелять. Кому интересна стрельба, посмотрите у нас на канале в YouTube или на странице на сайте модель Gamma ПТ-85, стрельба у них полностью одинаковая, пистолеты одинаковые. Отличаются по мне только они именно комплектации. Там был лазерный прицел. Здесь я его не вижу. Да, лазерного прицела нету еще, друзья. Отличие. Ну и в принципе все. Сейчас еще в коробку тут загляну. Да, там лазерный прицел. Коллиматор больше. И все. Так, давайте рассмотрим коллиматор. Так, ну он стандартный идет. Сейчас я проверю, да. Батарейка там уже стоит. Смотрите, здесь у него несколько режимов. 0, это понятно, ничего нету. Красные циферки, это красный цвет точки. И зеленые, и синие, да, как и на прошлой модели. То есть можно делать точку разными цветами. Сейчас я вот, видите, красная точка. Если мы делаем режим 3, вот здесь, она будет меньше становиться. То есть 1 это самая большая. Проверю, можете наоборот. 1, 2. Это я выключил его вообще. 1, 2. Нет, друзья, я вам вру. Третий режим, самая большая точка, 2 меньше. Где же ты? О, поймал. Да, вот она. Тяжело на камеру ловить ее. Так, поставим синюю, посмотрим. Синяя наша точка, коллиматор на прицеле. Поставим. Зеленая. Ну, о-о-о-о. Все. Так, ну стандартная вертикальная. Вертикальная регулировка и горизонтальная. Оставил отпечаток пальца. Кто будет покупать с отпечатком пальца, значит это модель с обзора. Случайно докоснулся до окна. А, здесь же есть у нас в комплекте волшебная тряпочка. Все, ничего нет. Так, кладем обратно. Коробка, кстати, одинаковая, потому что даже здесь, видите, выемка под более большой коллиматорный прицел. Влезает этот. По баллону. Все стандартно. Да, вот так он снимается. Я уже думал, они чем-то отличаются от модели ПТ-85. Нет, все то же самое, только разная комплектация. Поэтому, если вам не нужен лазерный прицел и коллиматор более большой, то, в принципе, она вам подойдет идеально. Но вещь вообще офигенная. Обалденная вещь. Blueback, громкий пистолет.
за счет длины ствола он точный, скорость выстрела просто офигенная. Я не знаю, это, мне кажется, лучший спортивный пистолет, который я просто встречал, видел, стрелял, так сказать. Поэтому всем рекомендую. На этом у меня все. Вам большое спасибо, друзья, за внимание. С вами был интернет-магазин Pnevmat24.ru. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. На этом у меня все. Всего вам доброго.